остановка киноконцертный зал «Орион». Уважаемые пассажиры, в избежание получения травм держитесь за поручни. Следующая остановка – «Универсал». Напоминаем, что пассажиры имеют право бесплатно проводить с собой детей, если не будет. Будьте внимательны при организационной посадке детей в автобус и высадке из него. Находясь в салоне автобуса, просто не оставлять детей в автобусе. Остановка «Универсал». Следующая остановка – Сезонная улица, дом 22. Остановка Изумрудная улица, дом 22. Следующая остановка Минусинская улица. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны. Обратите подозрительных цветов, находящихся в салоне автобуса, а также в случае обнаружения в автобусе вещей, оставленных другими пассажирами, не нужно также извиниться. Без соображения безопасности просим вас не затрагивать сторонние вещи и другие. Остановка Минусинская улица. Следующая остановка Изумрудная улица. Уважаемые пассажиры, для предотвращения случаев вандализма и других противоправных действий, салоне автобуса ведется режим движения. Просим вас внимательно относиться к движению. Остановка Изумрудная улица. Следующая остановка – поликлиника. Уважаемые пассажиры, на маршрутах наземного городского пассажирского транспорта осуществляется ежедневный контроль оплаты проезда. Напоминаем, что безвестный проезд и неоплаченный провоз багажа влечет наложение административного штрафа в размере 1000 рублей, а при выявлении случаев неправомерного использования сертифицированных льготных карт в размере 2500 рублей. Просим вас своевременно осуществлять оплату проезда.
Остановка поликлиника. Следующая остановка на Пружная улица. Госмосдоктора. Приглашаем жителей Москвы и Московской области старше 21 года, имеющих образование не ниже Пружного, на работу по профессии. Водитель автобуса, водитель троллейбуса, водитель трамвая. Социальный пакет, льготный проезд на наземном городском пассажирском транспорте, будьте график работы в военном пассажирском. Возможно обучение, а также профессиональная переподготовка. Подробности по телефону 8-495-950-40-40. Остановка на Пружная улица. Следующая остановка – улица Малыгина.